Что есть женщине, чтобы не стареть? 9 чудо-продуктов, сохраняющих молодость. Прежде чем мы начнем рассказ, хотим поблагодарить наших активных посетителей за ваши отзывы и комментарии. Если вы еще не подписаны на канал, то только нажмите на красную кнопочку, и наши опубликованные сюжеты будут приходить и к вам. Сегодня мы расскажем о продуктах, которые обязательно нужно включать в свой рацион каждой женщине, если она хочет выглядеть намного моложе своих лет. Ведь для сохранения красоты и молодости кожи одних косметических средств, какими бы дорогими они ни были, недостаточно. Необходимо ежедневно употреблять в пищу продукты, богатые витаминами и микроэлементами, поддерживающими высокий уровень женских половых гормонов, очищающими сосуды и помогающими сохранить внутренние органы здоровыми на долгие годы. Первое. Мандарины. В этих вкусных цитрусовых содержится особый фермент – флавоноид нобилитин, препятствующий нарастанию на стенках сосудов атеросклеротических бляшек, что помогает предотвратить многие сердечно-сосудистые заболевания. Но диетологи предупреждают, чтобы получить суточную норму этого фермента, необходимо съедать не менее 500 граммов мандаринов ежедневно. Второе – шампиньоны. Шампиньоны чрезвычайно богаты жирными кислотами омега-3, которые ускоряют обменные процессы и защищают стенки сосудов от холестериновых бляшек. Возьмите за правило каждый день готовить себе 150-граммовую порцию этих полезных и вкусных грибов. Тем более это не займет у вас много времени и не подорвет семейный бюджет, а ваши сосуды скажут вам спасибо. Третье. Баранина. Если вы хотите всегда оставаться сексуальной и привлекательной в глазах мужчин, то сделайте баранину своим любимым продуктом. За счет большого содержания марганца и цинка она способствует выработке гормона тестостерона, отвечающего за женское здоровье. Поддержать эффект от блюд из баранины помогут танцы и занятия спортом, ведь подтянутые и активные женщины для сильной половины человечества выглядят более желанными. Четвертое. Рыба. Не менее 2 раз в неделю включайте в свой рацион морскую рыбу. Это может быть тунец, форель, сардины или сельдь, являющиеся ценным источником омега-3, йода, железа, калия и фосфора. Содержащиеся в рыбе полезные вещества помогут нормализовать гормональный фон, ускорить метаболизм, укрепить кости и связки, а также сделать кожу более эластичной. Пятое. Миндаль. О лечебных свойствах миндаля известно с древних времен. Наши предки употребляли его для профилактики язвы желудка и для восстановления организма после тяжелых физических нагрузок. Всего 10-20 ядрышек миндаля в день помогут замедлить наступление старости за счет содержания в них незаменимых для женского организма микроэлементов – тиамина, рибофлавина, биотина, пиридоксина, а также фолиевой и пантотеновой кислоты. Шестое. Капуста. Белокочанная капуста относится к группе растений, которые богаты фитоэстрогенами, веществами по своему строению, похожими на женские половые гормоны и способными восполнять их дефицит, возникающий с наступлением климакса. Кроме капусты, фитоэстрогены присутствуют в грибах, горохе, рябине, фасоли, шалфее и клевере. Термическая обработка лишает капусту ее полезных свойств, поэтому рекомендуется употреблять этот овощ в свежем виде или отдать предпочтение квашеной капусте. Седьмое. Зеленый чай. Чтобы на долгие годы сохранить молодость кожи и волос, а также поддерживать свой вес в норме, нужно выпивать не менее 2 чашек зеленого чая в день. Входящие в его состав биоактивные вещества катехины укрепляют иммунитет и защищают клетки от свободных радикалов, провоцирующих возникновение многих хронических заболеваний. Восьмое. Жгучий красный перец. Даже если вы не любите острое, всегда добавляйте немного перца чили в свои блюда. Ведь в нем обнаружен очень редкий фермент – капсаицин, стимулирующий выработку вещества, вызывающего чувство сытости и помогающего не переедать. Так вы сможете контролировать свой аппетит и сохранить стройную фигуру. Девятое. Чеснок. Не стоит отказываться от чеснока только потому, что вам не нравится запах, остающийся после его употребления. Возьмите за правило съедать хотя бы 1 зубчик в день, чтобы поддержать свой иммунитет, замедлить старение клеток и предотвратить развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Такая польза чеснока для нашего организма обусловлена содержанием в нем вещества – аллицина, являющегося сильнейшим антиоксидантом. А в эфирном масле чеснока присутствуют сернистые соединения, блокирующие канцерогены, провоцирующие возникновение злокачественных новообразований. Напишите в комментариях, знали ли вы о чудодейственном воздействии на женский организм этих знакомых всем нам продуктов. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш канал, ведь у нас есть еще много полезной и интересной информации. А нажав на колокольчик, вы не пропустите выход новых роликов.